Итак, товарищи, давайте начнем очередное заседание кружка по диалектике. Вот первое в 2015-2016 учебном году. Ну, поскольку это первое заседание в этом году, мы должны начать с того, чем мы закончили прошлый учебный год, 14-15. Ну и с учетом того, что всегда, если мы хотим продолжать, надо немножко, учитывая, что мы не просто изучаем, а студируем, надо немножко отойти назад, чтобы дальше снова пойти вперед. Я думаю, что нам надо начать двигаться от того, что мы уже как бы прошли, от долженствования. Что такое долженствование, Юрий Николаевич, что вы можете про него сказать? Я буду сильно вспоминать. А? Сильно вспоминать буду. Ну, у нас есть другие люди, которые уже усиленно вспомнили. Владимир Александрович, долженствование, что вы про него можете сказать? Это момент. Момент нечто, который... Это немножко нечисто. Нечисто. Так, Павел Борисович. Сейчас единство... Границы сейчас. Сейчас не помню. Борис Александрович, вы не хотите осветить этот момент? Быстро. У вас книга толстая, диван солидный. Так. Может быть. Чуть-чуть откатимся на вот эти на еще качественные иные два нечто качественные. Ну это уже далеко уже. Далеко. Что мы тоже совсем уже сюда. Нет, ну вообще, думаю, близко, прямо мы тут и есть, вот, да, в общем-то, вы правы. Вот если, да, значит, нечто представлено, было уже положено, да? Как оно положено? Как становление. Да. Сначала нечто было в себе становление, так? Потом оно уже было положено как становление. Когда мы нашли определение, свойства, и каждый из них есть, поэтому каждый из них нечто, и они качественно иные. Поэтому нечто представлено как становление. Становление как единство двух нечто, которое есть становление. Положенное. Одно нечто – это определение, а другое иное по отношению к нему – это характер. Так? А как называется одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто? Граница. Граница. Вот, а нечто, значит, нечто надо уже брать теперь. Не просто как нечто, как некоторые хотят его взять, а уже надо его брать со своей имманентной границей, со своей внутренней присущей. Со своей имманентной. Вот нечто, взятое со своей границы, есть конечное. Значит, вот теперь берем конечное и его границу. И вот тут, значит, такой диалектический момент очень хороший. Нечто есть благодаря своей границе. Почему есть? Потому что это его определенность. Нечто есть благодаря своей определенности, благодаря своему определению. Правильно? Она же граница, это его определение. Могу я так сказать? Да. Но если одна и та же определенность соединяет и разделяет, то есть она и определение, она и характер. Сразу. Значит, нечто есть благодаря своей границе. Но если она его ограничивает, то она его отграничивает. От иного, да? Но если граница это граница с характером, да, то благодаря своей границе нечто нет. Уже дальше нету нечто, все. Характер. За границей как бы его нет. Да? Да. То есть в границе есть и то, и другое. То есть с одной стороны нечто есть в своей границе, а с другой стороны вот эта самая определенность выгоняет нечто за его границу. Вот выгонять нечто за его границу и есть долженствование. А та граница, за которую нечто выходит, называется? Пределом. Вот. То есть долженствование – это выхождение за предел, да? Да. Выхождение чего? Это получается, что вы говорите, выхождение, но нельзя, не отрывая, это выхождение конечного за
Граница называется долженствованием. А граница, за которую, которую переступают, так написано в науке логики, граница, которую переступают, есть предел. То есть, если речь идет о пределе, значит, выступает, переступает. Если не переступает, это еще не предел. Идите дальше. Идите дальше. И вот это совершенно не соответствует пониманию предела тому, что распространено. А больше, а вот то, что уголовники рассуждают про беспредел, больше соответствует понятию предела. Беспредел – это предел. Выход за предел – это беспредел. Но если без предела, это отрицание предела. То есть предел – это граница, которая переступает. Значит, вот два момента конечного. Мы о конечном говорим. Это моменты конечного. Один момент – это граница. Но уже не просто граница, а граница, которая переступает. Она называется пределом. А второй момент – это выход за предел. Это долженствование. Предел и долженствование – два момента конечного. Вот это совершенно точно и четко. Предел и долженствование – два момента конечного. Почему не нечто, а конечного? Ну, потому что мы уже говорим не вообще о нечто, а о нечто, которое вот берется как момент уже становления, как положенного нечто. Поэтому это момент именно конечного. А если мы откатимся дальше, будем говорить просто о нечто, ну, тогда у него моментами является в себе бытие, в нем бытие и бытие для иного. Правильно? Причем бытие, в нем бытие не есть какой-то еще там третий момент. Это в себе бытие с отрицанием в нем бытия для иного. То есть как бы скущенное бытие в себе. Через которое тоже, кстати, нечто выходит. Почему? К характеру. Но оно входило только, когда было только одно нечто. А теперь у нас становление, нечто как становление, моментами которого являются два нечто. То есть качественное и набытие. Раз это качественное и набытие, то вот в этом случае мы уже говорим о нечто с такой границей, которое переходит, переступает. А раз переступает, причем переступает, понятно, почему, если одна и та же определенность, как она? Вы не можете сказать, что здесь закончилась определенность нечто и началась определенность чего-то другого. Это же общая граница. Определение и характер. Определение и характер, несмотря на то, что они разделяются границей, они также и соединяются. Граница – это не черта, а это их общая определенность. Граница, так? Правильно понимать? Граница как общая определенность двух нечто, которые являются моментами нечто, взятого как становление. И, следовательно, долженствование состоит в выхождении за конечного, за свой предел. Ну, хорошее вот это очень. А что значит выйти за свой предел, выйти за свою границу? Значит, вот это нечто, а если оно вышло за свою границу, оно уже не нечто. То есть долженствование состоит в том, что выходить за пределы конечного, уже не к конечному. Отрицать это конечное. А граница ведет конечное. Вот эта граница, то есть предел, ведет конечное к концу. Она его ограничивает, не дает ему выходить на пределы, и поэтому она вот доводит отрицание, вот, которое было еще в самом начале, когда мы брали определенность в самом начале. Помните, определенность – это не бытие, принятое бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. И вот оно развивалось, качество мы брали, потом это реальность, отрицание. И вот опять это все еще отрицательное определение, которое, наконец, доводит до конца это самое конечное. А конец конечного – это что? Бесконечно. Да? Ну, раз долженствование выводит конечное за его предел, то куда оно выводит? К бесконечному. И теперь открываются широкие горизонты. Как это понимать? Понимать это так, что вот оно отсюда ушло и пришло туда. А по дороге оно нигде не шло? Они что, разрываются эти вот конечные, и то бесконечное, которое получается? И как понимать бесконечное? Если понимать так, что есть конечное без бесконечного, и есть бесконечное бесконечного, то есть два, тогда если это конечное, а это его иное, то мы опять вернулись к той старой картине, что есть нечто иное. Так? А раз нечто иное, есть просто два конечных. Значит, мы не выполнили то, что имеет место, то есть не выполнили, то есть неправильно понимаем,
что произошло. Состоялся выход за границу, за предел. А если выход за границу, значит, мы не должны вернуться опять к конечному, а мы должны выйти к его отрицанию. Значит, его нельзя рассматривать так, что мы имеем второе конечное. Так что такого понимания, что вот есть просто бесконечное, рядом есть конечное, и они разделены их границы. А как тогда еще понимать? Тогда есть такое понимание, что понимание дурного бесконечного, что они тогда, чтобы вот это не возвращалось, они изолированы друг от друга. Отдельно берется конечное, отдельно бесконечное. Никак не соединяется. В таком случае это вот бесконечное не истинное. Что в нем бесконечного? Оно, во-первых, если они изолированы друг от друга, они не переходят через один и тот же предел, через одну и ту же границу, то вот это все равно два конечных опять получается. Опять у нас не состоялся выход к бесконечному. Поэтому там вот подробно обсуждается вопрос, как все-таки с утвердительным бесконечным, которое бы не было просто отрицанием конечного. Это же отрицательное высказывание. Отрицание конечного есть бесконечное. А утвердительное, оно не должно быть взято как некое утвердительное. Наоборот, не конечное, а утвердительное. Раз оно идет к концу, это конечное, не надо его брать как утвердительное, но брать его как отрицание. Отрицанием чего оно теперь является? Оно является отрицанием бесконечного, а бесконечное утвердительное. Другими словами, что у вас сейчас предметом рассмотрения является, Виктор Иванович? Бесконечное. Ну, раз бесконечное оно есть, значит, оно бытие. Вот оно бытие. Бытие – это бесконечное. А конечное тогда? А конечное тогда отрицание. Какое? Внешнее отрицание или конечное в нем? Внутри. В нем, в бесконечном. Значит, есть только что? Есть только бесконечного, а конечного, как конечного, как такового, как раньше у нас было, вот все, что мы с вами делали предыдущие годы, мы разбирались в конечном. И этого конечного такого больше нет. Его съело бесконечно. Оно есть в нем. Ну, как по всякой сложной категории, предыдущие все категории находятся как моменты, как простые моменты этого сложного. Правильно? То есть есть только бесконечность. То есть мир в этом смысле перевернулся. Наконец у нас, если раньше было у нас правильное понимание, а сейчас истинное, нет никакого конечного лица. Нету. Конечного нету, есть только бесконечность. Это мы все доказывали, изучали, все было правильно. Это не истинно. Но вас не удивляет, что это было правильно, но не истинно. Или, как это сбивает на досолку, читаешь, читаешь, еще не понимаешь, потом начинаешь понимать. Потом переходишь к следующему и говорит, ну вот это истина вот этого, того, что вы говорили, вот здесь она. Михаил Ильич, электрон также неисчерпаем, как и атом. И что? Ну то, что у нас же не колодец, нам это совершенно сейчас не нужно. А тут все исчерпаемо, наоборот. Тут все исчерпаемо, все начинается с чистого бытия, и все шаги поименованы. Все здесь исчерпаемо, потому что мы идем от абстрактного к более конкретному, поэтому у нас здесь как раз совсем другая картина. Совершенно вот здесь аналогия такая, совершенно не проходит. То, что электрон неисчерпаемый, это правильно, но мы сейчас идем, наоборот, от самой простой категории к все более и более сложной. К нам как до электрона, как до неба добраться. Поэтому, значит, есть бесконечное, и раз оно утвердительное, и в нем есть конечное, как его отрицание, правильно? Мы-то все время говорили, что вот это вот неконечное. Тогда оно отрицательное выражение имеет. А если бесконечное берется как утвердительное, то конечное является отрицанием бесконечного. А если у вас есть бытие, и в нем его отрицание. Что такое отрицание бытия? Определенность. Определенность. Тогда, значит, это надо взять две определенности. Определенность как утвердительная, и определенность как отрицательная. Вот бесконечное. Это что? Это качество. Немножко бытие его рассматривали. Ну, бытие. Ну, а качество есть бытие. А вы кажется, качество разве не бытие? Бытие. Так вот это качество. Это качество, как его называть? Оно отрицанием-то конечного тоже является. Значит, это какое качество это утвердительная бесконечность? Это как Гегель пишет, это вот теперь реальность, взятая как, именно как бытие.
То есть то, что было рассматривалось, так и было. Раньше с определенностью брали определенность, потом брали ее самостоятельно, стали рассматривать, и она становится положительной. Так и здесь. Вы брали бесконечное как отрицание конечного, теперь вы взяли его самостоятельно, оно превратилось в качество. Качество чего? А раз у нас теперь только бесконечное, но не качество конечного, а качество бесконечного. Определенность вот это. Как ее назвать? Реальность. Реальность. Это вы тогда очень хорошо на этом делали акцент, если вы не забыли. У нас все записано, так что можем проверить. Так? А что тогда конечное, в качестве чего выступает? Что противостоит реальности? Скажите мне, пожалуйста. Уже. Отрицание. Отрицание реальности – это идеальное. Как-то душа не хочет свыкнуться с тем, что конечное – это идеальное. А почему она не хочет? Она правильно не хочет. Душа свыкнуться с этим, потому что оно является, вот это отрицание бесконечного является, то есть конечное, оно является идеальным только как момент бесконечного. Вот если у вас конечный момент бесконечного, не конечное, которое самостоятельное, тогда, конечно, это не идеальное. Правильно? Вот конечное оторвано от бесконечного. А это не оторвано от бесконечного. Конечное как момент бесконечного. Вот это идеальное. Вот идеальный человек. Кто? Викторович, кто может быть назван идеальным человеком? Ну, во-первых, все люди конечные. Правильно? Но есть такие, которые момент бесконечного, это гениальные люди, правильно? Однозначно момент бесконечного. Человечество проявляет себя как бесконечное вот в некоторых людях, которые, собственно, природу человека и показывают, которые продвигают все общество вперед, человечество вперед. Если они продвигают, и каждый человек, любой конечный человек, если он в чем-то продвигает, в этом он выступает как идеальный, а в остальном не идеальный. Это хорошая трактовка. Вы создали скульптуру. Если скульптура гениальная, которую будет передавать, хранить, не давать разрушать, защищать и так далее. Это почему? А потому что она принадлежит бесконечному. Взяли и забрали эти самые скульптуры из летнего сада, чтобы они не портились. Чтобы их никто не видел. Давайте их сохраним для тех, кто будет жить в то время, когда не будет выхлопных газов, и тогда можно будет снова показывать. Видимо, так. А нам уже их не увидать. Запасники. А туда копии поставили. Смотрите копии. А вместо этих картин надо поставить репродукцию. Ничего там ходить, глядеть, могут порезать или там кислотой плеснуть. Конечные, конечные подойдут и раз. Потом будем возиться с ними. Значит, обратите внимание, вот если мы с этим замечанием согласимся, что это не просто конечное является идеальным, а конечное как момент бесконечного, это вот прямо Гегель подчеркнуто. Конечное как момент бесконечного. Вот тогда да, тогда оно идеальное. Что у меня выписано такое на 216-й странице. Идеальное есть конечное, как оно есть в истине бесконечном. Да. Определение, содержание, да, которое различено, и не есть нечто самостоятельное сущее, а оно как момент. Где это, на какой странице? 216. 16-й, да? Переход. Да, вот смотрите, да, именно так, вот это именно то самое место, смотрите. Здесь повторение категории реальности вызывается более определенной причиной, так как это, как то отрицание, в отношении которого она есть утвердительная, есть здесь отрицание, отрицание. Отрицание, получилось отрицание, вот это самое конечное, бесконечное было, стало отрицанием того самого конечного, которое раньше рассматривалось как бытие, а теперь уже конечное является отрицанием отрицания этого бесконечного. То отрицание, в отношении которого она есть утвердительная, то есть берется конечное как отрицание, в отношении которого она есть утвердительная. И здесь отрицание, отрицание, потому что здесь оно уже отрицается, то есть у него уже отблеск, уже рефлексия. От отблеск бесконечного. Она не просто конечная, она уже еще и отрицание бесконечного. А что значит я от бесконечного отталкиваюсь? Что такое оттолкнуться от бесконечного? Поговорить. Прикоснуться.
прикоснуться к бесконечному. Вот такое конечное, которое присоединилось к бесконечному, то есть которое является отрицанием отрицания, вот такое вот бесконечное, это идеальное. А никакого другого идеального, вот как некоторые говорят, абсолютно идеальное, там, абстрактно идеальное. Но если вы отрежете его совсем, оторвете, то оно и не будет идеальным. Если какое-то есть идеальное, только как вот такое, такое конечное, которое в единстве с истинно бесконечным. А если не в единстве с истинно бесконечным, оно не идеальное. Оно просто реальность, реальность тогда она просто. Это мы же сказали, что конечного самого по себе вообще нет. Только как момент бесконечности. Любое конечное, но момент. Как это нет? Оно вы сколько занимались, 3 года, вы хотите все обрушить и сказать, что нет. Есть. Есть, но это не истинное понимание. Есть оно, в разговоре у нас было. То есть мы же различаем правильность и истинность. То есть правильно будет взять его. Это правильно, вы его взяли. Оно есть в отрыве. Оно есть и в отрыве. В том числе в рассуждениях, в том числе у людей, которые до этого не дошли. Оно есть. Бог есть? В нашем разговоре. Слышите, я сказал Бог. Значит, есть. Но из того, что оно есть в разговоре, еще не следует, что он существует. Это вообще одна большая тема существования, которая относится к учению о сущности тогда, этот вопрос. А уж то, что он есть, как там культурная реальность, как то, вокруг чего люди, так сказать, что-то обсуждают, рассказывают, убеждают, там, призывают, просят. Для них он есть? Есть. Вот в их просьбах есть, в мольбах. Или там, скажем, открыли новый синхрофазотрон. Говорит, ну, слава Богу, с Божьей помощью открыли синхрофазотрон. Надо осветить. Надо осветить. Да, потом подводную лодку атомную спускать, надо же это разбить, шампанское. И тогда Бог поможет, чтобы она не утонула. Да. Но если вы плохо сделаете эту подводную лодку, то Бог не поможет. Потому что Бог приучает вас к самостоятельности. А вам прямо все сделаю. А зачем тогда это... конструкторы, там, бюро всякие и так далее, наука. Ну, давайте работать. Вот и мы очень к интересному месту дошли, которое вот Валерий Александрович давно заметил, что здесь идеальные, совсем даже по-другому и пишется. Посмотрите, и есть примечание на 215-й странице, ну вот в моем издании, у вас на другой. И идеал через после «е» идет, после «и» английское идет «эй» английское. Идеал, идеал. Имеет более определенное значение прекрасного и того, что к нему относится, чем идею двои. Первому здесь еще не место. Почему не место? Потому что это не учение, а понятие. А это объективная логика здесь. Какие могут быть здесь идеалы? Должен сказать, у нас один профессор на конференции в Днепетербургской философии вдруг выходит и говорит, товарищ Бранский, что идеология от слова «идеал». Я так как сидел, так и обомлел. Думал, ну, я бы, конечно, такого уважаемого человека не стал критиковать, но я после него вышел и говорю, ну, вы, конечно, далеко пошли. Первый раз такое слышал. До сих пор всегда считалось, что идеология – это идеи, что это система идей, а у вас от идеала. Тут такое взяли. То есть все, что угодно бывает в нашей жизни. Так вот, здесь не место, как говорит Гегель, этому самому идеалу. Причем тут идеал? Поэтому конечное, конечно, не идеал, а вот конечное, прикоснувшееся уже, неразрывное с бесконечностью. Вот люди, которые изучают науку логики, я думаю, что они неразрывно уже с бесконечностью. Во-первых, вы чувствуете, как долго изучается диалектика. И вот, Павел Борисович, чувствуете, что конца края этому изучению нет? Это перевод, там вместо идеального используется перевод как идеализированный. Кто это у вас переводил? Что вы берете? Ну, логика там первый. А кого? Кто это? Чье издание? Это почему вы не берете? 37-й. Какой год? А? 37-й, по-моему. Сейчас. Не может быть. 37-й? Да. Вот этот самый, это том 5-й? Да, том 5-й. Как? Идеализированное? Идеализированное, да. Ну, идеализированное – это явно субъективная такая трактовка. Это не хорошо. Правильно? И кто тут идеализировать будет, когда здесь нет идеалов никаких? Нет просто в этом месте. Какие могут быть идеалы? Ну, вот если бы это было учение о понятии, там место было бы таким высказыванием, идеализированное, правильно? Кто идеализирует? Вы идеализируете, я идеализирую. Вы идеализируете? Конечно. Немыслимо. Нет, я думаю, в данном случае здесь совершенно правильно. Это вот примечание дано, и, так сказать, хороший перевод. А у вас? Ну, у меня еще хороший, уже хороший перевод.
У вас там что написано по этому? У вас идил и идеал. Да. У вас так и есть, да. Я, наверное, неправильно сказал, все-таки не идеализованно, а идеализованно. Идеализованно, идеализованно. Это другое. Вот идеализованное уже не звучит как идеализированное. Идеализированное – это только то, что я через голову пропустил. А идеализованное, ну, оно идеализовано своим, так сказать, прикосновением. То есть, если оно прикасается, конечное прикасается к бесконечному, если оно только вместе с ним и живет, то это идеализованное. Правильно? Может, но это нормально, по-моему, звучит вполне. Или идеализованное, или идеальное. А мне больше нравится в данном случае идеальное, потому что оно нас освобождает от представления об идеальном, которое вообще оторвалось от всего. Какое идеальное может быть? Вам какое идеальное, которое в жизни есть? В жизни есть только такое идеальное, которое является конечным, но соединенным с бесконечным. А если вы не соединенное с бесконечным берете, оно никакое, не идеальное и не идеализованное. А как еще понимать идеальное? Нельзя же понимать идеальное, что только оно в голове. Но если в жизни есть какое-то идеальное, только такое. Ленин писал там, что идеальное – там нормальный средний тип капитализма, идеальный капитализм. Капитализм соответствующий сущности этого капитализма. В каждой стране свой капитализм, правильно? Но он соединен, так сказать, с капитализмом как капитализмом. Так, ну вот это вот очень важный момент для того, чтобы у нас, то есть мы переходим здесь, вот это очень такой сложный переход, мы заканчиваем целую эпоху конечного, рассмотрение конечного, как бытия, хотя оно вообще-то отрицательную природу имеет. Это бытие с отрицанием. Раз бытие с отрицанием, это отрицание развивается, мы же через отрицание развития его ввели, и оно его довело до чего? До того, что оно... Вообще это конечное отрицается и переходит к бесконечному. Доведено до того, чтобы оно отрицает себя, как говорит Гегель, что оно есть вот такая скорбь. До конца этого конечного дошли. Конец ему. И вот когда люди говорят, что ну, этому конец, ну дальше все, черная дыра. Или пропасть, или без дна. От слова без дна только пишется вместе. Ну, никакой бездны нету, потому что оно отрицается. Чем оно отрицается? Бесконечным. Оно отрицается бесконечным и тем самым присоединяется к этому бесконечному. И в этом бесконечном оно, в это бесконечное оно погружено. И оно является моментом бесконечного. И в этом смысле оно в единстве с бесконечным. И вот оно в единстве с истинным бесконечным, в этом смысле оно идеальное. А ну, может, мы здесь о степени идеальности не говорим, но условие того, чтобы можно было объявить это идеальным, это соединение с бесконечным. А если оно является, так сказать, просто его отрицанием без соединения, то это, если оно внешним отрицанием является, оторванным от этого бесконечного, конечно, оно не идеальное. Но идеальное тут вот как раз в русском языке-то нет этого отличия. У нас и так идеально, и так идеализованное, конечно, можно сказать. Как сказали вы, идеализованное? Нет. Идеализованное. Идеализованное. Но это такое редкое очень слово, это как бы они специально подбирали, ибо больше похоже на неологизм. Потому что у нас вот идеальное есть, а идеализованное, ну, видимо, можно сказать, есть применительно вот к попытке выразить это вот обстоятельство. Идеализованное. Но не идеальное, а идеализованное. Идеальное – это в голове. Или соответствующее тому, что есть в голове, правильно? Идеальное. А это идеал, то, что мы представляем, к чему стремимся. Кто тут к чему стремится? Никто ни к чему не стремится здесь. Они в единстве находятся, уже пристремились. Ну вот, вот мы получили здесь... Вот это самое истинно бесконечное. А раз мы получили истинно бесконечное, теперь надо научиться жить вот с этим пониманием, что вот есть бесконечное, а конечное только в нем, как его момент. А если есть бесконечное, то теперь вот это вот то, что мы раньше были, что вот кроме этого самого нашего предмета есть еще что-то там, еще иное, нету никакого иного. Потому что бесконечное уже никакого иного, которое вне его не предполагает. А раз так... Оно для себя бытие. А для кого оно может быть еще? Для чего оно может быть еще? Если ничего другого нет.
То есть оно для себя бытие. Не потому, что оно какое-то эгоистическое, а потому что нет ничего другого. Уже была граница, граница уже перейдена, и теперь есть ток, что не имеет, бесконечно имеет границу? Нет. Она утопила это бесконечное в себе, и это та граница между конечным и бесконечным, это просто их общая определенность. Это же не вот черта, это не пленка, не пластина, которых разделяет, правильно? Ну вот, скажем, занятия по науке логики нас соединяют и разделяют. Но если нас соединяют, вы не видите, что мы тут собрались все вместе? Ну, если ваш ответ, ваш ответ, ваш ответ, ваш ответ. Так нас это и разделяет. Эти же занятия. То есть это одно и то же. И соединяет, и разделяет. И, следовательно, вот если вы берете для этого самое бесконечное, то оно уже теперь не просто бесконечное, а для себя бытие. Это же бытие теперь утвердительная бесконечность. Ну, значит, это можно это зафиксировать как переход бесконечного для себя бытие. Вот в связи с этим, вспомните, некоторые вот этот кусок. А? Гегель пишет, как снятие конечности, бесконечности есть бытие. Да. Это понятно. А так как в этом бытии есть отрицание, тому есть наличное бытие. Ну да. Понятно. Но так как далее это отрицание, есть отрицание, отрицание, тому есть то наличное бытие, которое минуется для себя бытие. Да. Это отрицание, отрицание. Оно есть отрицание того отрицания, которое в нем есть. Вы же нашли в нем отрицание, это конечное. А само это вот бесконечное бытие отрицанием того отрицания. И оно есть бытие. Оно есть бытие, но в нем но нет никакого другого бытия, для которого оно было бы. То есть к которому оно стремилось или к которому переходило в этом смысле. То есть для-то тут имеется в виду не подарки относить, раздавать, и не взятки давать, а имеется в виду, к чему ему двигаться. Вот когда говорят про рабочий класс, что рабочий класс из класса в себе становится классом для себя. Вот это многие очень говорят, не очень понимают, что говорят. Что имеется в виду? Что такое класс в себе? В себе-то он вот заинтересован в уничтожении капитализма и построении коммунизма. Или, короче, в уничтожении частной собственности. А частную собственность нельзя уничтожить никаким разрушением. Ну, вы разрушили что-то там, даже если вы забрали собственность, она все равно будет возрождаться. То есть уничтожить частную собственность в позитивном плане можно только созданием общественной собственности, правильно? Поэтому эта вот фраза о том, что коммунизм сводится к уничтожению частной собственности, можно выразить одной фразой идею коммунизма. А уничтожение частной собственности позитивное, утвердительное, в чем состоит? В создании общественной. Вот сделали общественную, это единственное позитивное уничтожение частной собственности. Создали общественную собственность, уничтожили. Не создали общественную собственность, все равно будет частный. Вы можете ловить, наказывать, ходить с ружьем, как говорится, и что-то экспроприировать, все равно будет она возникать и возникать. Значит, единственный способ создать общественную собственность и с помощью этой общественной собственности обеспечить жизнь людей лучше, чем она была при частной собственности. Скажем, цель социалистического производства и коммунистического. Она же и коммунистического, и социалистического одну и ту же цель имеет. Это один способ производства – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Она бывших буржуа не исключает. Всех членов общества, не некоторых, и не только тех, которые были за революцию, и не только тех, которые были в Красной Армии, и не только тех, которые Советы создавали. Все, и не только тех, кто работает, а тех, кто и не работает, и тех, кто иждивенцами, или тех, кто инвалидами, и тех, кто пенсионерами. Что сказано? Обеспечение полного благосостояния, свободного всестороннего развития всех членов общества. Бывших капиталистов, бывших там представителей эксплуататорских классов, всех. А сейчас у них что за жизнь? Убьют ведь за эти самые деньги. В тюрьму посадят. Вот человек процветал, губернатор Сахалина. Сейчас в тюрьме будет сидеть. Вот этот товарищ комик, так сказать, попал вместе со своей преступной организацией. Тоже в тюрьме будет сидеть. Чего хорошего? Что лучше, жить при социализме или сидеть в тюрьме при капитализме? Скажите, Владимир Александрович, что вам больше нравится? А чем тогда отличается вот, госкапитализм от социализма? Тем, что госкапитализм – это не общественный строй. Госкапитализм – это уклад в переходный период. Это предприятия, которые национализированы, находятся в собственности, юридически находятся в собственности государства рабочего класса,
А хозяйство ведется на них по-прежнему так же. Ну, вы себе представляете, вот «Газпром», «Роснефть» и другие корпорации. Они государственные? Да. Государственные. И что, государство управляет? Вот они сейчас все нагнали зарплату там в «Роснефти» 17 миллионов в месяц членом правления, а в «Газпроме» 15 миллионов. А в РЖД. Это что значит? Это значит, что они взяли и уменьшили прибыль. То есть, чем больше они забьют в зарплату себе, тем меньше прибыль. А от прибыли они, как всякое предприятие, оно же на правах обычного предприятия хозяйствует. Это же не государственное, это же не Министерство путей сообщения, где как бы оно сразу в бюджет все отдает и все. Нет, оно, значит, заплатило свои зарплаты. Оно самостоятельное, сколько хочет, столько платит. А от прибыли с него большой процент берут. Ну и берите большой процент, а прибыль они урезали. Вот и все. Поэтому госкапитализм – это тот сектор, который состоит из тех предприятий, которые еще не попали в систему государственного планирования. Их деятельность не подчиняется общественным интересам планомерно. Поэтому они, являясь формально государственными предприятиями, а государство, диктатура пролетариата, хозяйствует по-капиталистически, госкапитализм. Вот этот сектор. Когда же можно сказать, что госкапитализм стал социализмом? А то вы сказали, тогда, когда вам удалось планомерно направить в общественных интересах. Потому что общественная собственность как реальность, а не юридическая фикция. Написать, что это общественная собственность, я вот завтра могу. Сегодня взяли власть, завтра прихожу и пишу там. Сбиваю там и пишу Кировский завод, государственное предприятие. Государство, хотите, государство рабочего класса. И что? Ничего. А вот когда оно будет делать то, что нужно обществу по единому плану, во всеобщей взаимосвязи с остальными предприятиями, тогда оно реально является общественной собственностью. Общественная собственность не тогда, когда написано, а тогда, когда подчиняется деятельность этого предприятия общественным интересам. А что такое общественные интересы в обществе, в котором еще классы не что? Интересы рабочего класса. Вот если удается вам по плану подчинить деятельность предприятия интересам рабочего класса, оно находится в общественной собственности, реально. Не удается подчинить общественным интересам, пишите, что хотите. Если я на «Черной Волге» еду по делам общества и в интересах общества, это общественная собственность. Если на «Черной Волге» я той же самой, которая государственная там или административная, я еду по своим личным делам, это я использую эту собственность как частную существую, и она реальности является уже частной собственностью. Поэтому возникает желание, нельзя ли это закрепить теперь, дачи, машины, ну и прочее. Нельзя ли это сделать постоянно? А то вот я-то скоро умру, а детки мои. Поэтому госкапитализм нельзя рассматривать, как их часто делают, как некий особый строй. Нет такого строя, нет такой формации. А вот государственный монополистический капитализм есть. В этом смысле он госкапитализм. То есть государственное регулирование есть в Америке, есть в Англии, есть во Франции. Только наши думы сейчас, вот рынок все это будет сам это все тут решать. Рынок, который разрушает все, и который все равно ведет к монополии, он сам может отрегулировать только одно, все равно толкает к монополии. Поэтому тот же Медведев, который, так сказать, рассматривает современную экономику, как рассматривал его Адам Смит, как капитализм свободной конкуренции, говорит, мы вынуждены создать вот корпорацию двигателей строения, иначе уже вообще не будет двигателей. То есть он не потому создает, что это прогрессивно, а потому что иначе просто вообще их не будет. То есть, когда их допечет до такой степени, что некуда деваться, надо идти на Запад, а на Запад ужас ничего не дает. Спасибо, говорит, Западу родному, что он стал вводить санкции, потому что до этого нас просто не слушали. Мы сколько об этом писали, говорили, да, Виктор Иванович? И не слушают. Но теперь, если взять негде, так приходится... Они импортозамещением занимаются не потому, что они за импортозамещение, а потому что некуда деваться. Да никто не даст нам сейчас. Станки вы можете получить только в двух странах. Станки, свое станкостроение почти все уничтожено, значит, где можно купить? В Китае и на Тайване, и в Белоруссии еще. Китай, КНР, на Тайване и в Белоруссии, в трех странах. Все, больше нигде, а все остальное делайте сами. Ну, не делайте, но живите без станков. Но если продавали бы там из Китая, хотя Китай, как вы понимаете, он спокойно копировал там наше все производство и модели соответствующие. Вот. Так что вот это очень... Во второй половине 30-х у нас был.
У нас был в Иванове такой завод по производству станков, щеку прекрасно обрабатывающий центр. Уже. У нас много было чего. У нас завод имени Свердлова не так сравнительно давно закрыли, вот в 90-е годы, который на экспорт производил станки. У нас у Гренадерского моста завод Ильича. Нет, перед этим мост еще один. Завод Ильича, который производил тоже станки очень хорошие. Но недавно я там выхожу на Белостровской улице, стою, огромный дом, и сверху написано золотом «Ильич». Думаю, вот даю. Наверное, возродили завод, а потом, ой, это деловой центр. Ильич? Ильич. Золотом написано. Ну, то все, теперь уже там дела не будет. Бумаги будут писать. Так, вот обратите внимание на то, к чему мы пришли. Это вот целый настоящий скачок, так сказать, можно сказать, переворот в мировоззрении. То есть, как мы вот до сих пор рассматривали, для нас что-то наличное бытие было прочное, мы его определенностью накручивали, рассматривали, все богаче, богаче. Но оно уже, мы с ним сжились. Оно раз и превратилось в нечто отрицательное. Но это такое отрицательное, которое неразрывно соединено с положительным, с утвердительной бесконечностью, оно проникнуто этой бесконечностью. И вообще любой человек, вот человек ни о чем не думает, никаких, так сказать, коммунистических идей у него нет, он создает хлеб, мясо, масло, яйца, строит заводы, кирпичи, может думать, как обогатиться, как стать капиталистом. Но реально он, на самом деле, развивает производительные силы, как вот Маркс рассказывал, что нынешнее поколение развивает производительные силы, которые оно получило от предыдущего поколения, и передает следующему поколению. И все, кто передает, чем они там бы ни занимались, и что у них там в головах, это не имеет никакого значения большого, применительно вот к этой связи. Тем самым образуется связь в человеческой истории. Вот в чем исторический материализм существует. Что это вот бесконечная нить, человечество по природе бесконечно и вечно. По природе. А случайности всякие могут быть, но по природе своей оно бесконечно и вечно. Люди все время рождаются новые, все время создаются. Это тоже производительная сила. Производительная сила – это люди раз, и средства производства – два. Средства производства постоянно совершенствуются, и люди совершенствуются. И тем самым идет вот этот процесс развития. И эта преемственность в поколениях все время сохраняется. Поэтому нету такого, что разрыва, чтобы человек был оторван. Как можно оторвать человека? Никак невозможно. Поэтому всякие вот глупости, которые сейчас придумывают, это вот какой-то код там национальный, или код там, значит, какой-то идейный, или код умственный, коды. Чуть ли не штрих-коды. Это какая-то галиматья. Это, так сказать, такой отбросы, так сказать, настоящей науки, отбросы Евгеника. Что, дескать, какие-то социальные качества передаются по наследству. Был такой вот Эфраимсон, говорил, что передается по наследству. Если кто-то воспитывался в семье волков до 5 лет, после 5 лет вы из него человека никогда не сделаете. До 5 лет еще можно. Если он снова вернется к людям, то он может стать человеком. Человеком можно стать только в обществе. Человек, если его определять, это животное. Ну, какое, это второй вопрос. Это там животное общественное, трудящееся, говорящее, разумное. А сущность человека, в отличие от бытия человека, не в том, что он животное. Сущность человека в том, в общественных отношениях. Сущность человека в общественных отношениях. А вовсе не в том, что он животное. Животных у нас много. И попугаи животные, они, кстати, могут повторять бесконечно то, что они прочитали, или то, что им прочитали. Могут повторить, поэтому в этом ничего такого чисто человеческого нет. И вороны могут повторять, обезьяны могут повторять, человекообразные кое-какие слова. Но вот нет вот этого движения. Вот. Таким образом, смотрите, что получилось. Вот мы сейчас говорим об этом бесконечном, не с потерей конечного, а просто конечное встало на свое место. Вот есть для себя бытие, и есть в нем момент. И этот момент называется идеализованный, да, или идеальный. Вот если в разных изданиях. Но смысл мы все равно понимаем. Как бы мы сейчас его не обозначили, важно понять его вот место в этой общей системе. И что тогда означает превращение рабочего класса из класса в себе, в класс для себя? Во-первых, класс в себе – это неплохо. Что такое класс в себе? Не так разговаривают, как будто это что-то отрицательное. Что такое класс в себе с точки зрения диалектики?
это такой класс, в котором уже... Ну, в себе бытие, что такое, Владимир Александрович? Что вы так это затрудняетесь? А, в себе бытие, это момент. Это равенство с собой. Ну, вот он равен самому себе, и все. Он равен самому себе, а он должен быть классом. Блять. А? Не равен, не равен сам. Переходить, развиваться должен. Как он должен развиваться? Так, чтобы он, сейчас он является представителем только самого себя, а как только этот класс разовьется в революционный класс, то есть сознание классовое получит, партию свою создаст, да, то этот класс уже будет претендовать на роль гегемона, руководителя общества всего. А раз руководитель общества, куда ему еще смотреть? Вот он и есть представитель этого общества. Ведущий, господствующий класс в коммунистическом обществе на первой фазе – это рабочий класс. Он класс для себя. В каком смысле для себя? Ну, как всякий класс, можно сказать, что он эгоист. Но есть такие классы, вот если я вот класс, а борюсь за вот интересы вот этого класса, который представляет Пал Бальмонт. Вам не кажется это странно? А? Освобождая себя, освобождает все человека. Да, но он действительно, он может освободить только тогда. От чего? От наличия классов он может освободить. От классов нельзя освободить только себя. От классов можно освободить только всех. От деления на классы, уничтожив различия между городом и деревней, людьми физического и умственного труда, рабочий класс освобождает во все общество. Так сказать, заканчивается его предыстория. Есть бесклассовое общество и без родимых уже пятен. То есть полный коммунизм означает уничтожение вот этих самых классовых различий. Вот это превращение в класс для себя. Но люди, которые вот это красиво произносят, они этим и заканчивают. Дальше это никак не развивает. Или только это сводится к тому, чтобы он просто осознал свои интересы, но осознал. И что, дальше ничего делать не надо? Ну вот рабочий класс осознал свое тяжелое положение в условиях капитализма и на этом успокоился. Ну, говорит, все, слава Богу, я теперь класс для себя. Чего для себя? У тебя забирают 6 часов из 8. Ну, для себя. Я, говорит, для себя-то 2 часа-то оставляю, остальное я дарю. Если раньше, сейчас у нас в Трудовом кодексе написано, что зарплата – это вознаграждение за труд, а теперь выясняется, после того, как рабочий класс осознает свое положение, что он 6 часами своего труда вознаграждает буржуазию за то, что она не трудится. Если вы мой работодатель, я, значит, вознаграждаю. Вот вам 6 часов, а мне не надо. Нам зарплату не надо, нам работу давай, как докеры говорят, шутят. Зачем нам зарплата? Мы же птицы в полете, птицам зарплата не нужна. Себе. А? Себе. Ну, к себе. Вот, так что вот это для себя бытие здесь есть. То есть для себя бытие есть не какие-то красивые слова и не эгоизм. А здесь просто нету вот такой картины, что вот, вот есть бесконечное, а рядом еще что-то. И другое конечное. А там другое было. Два нечто, которые находятся как моменты одного. Рядом два конечных было. Нет такой картины. Есть только бесконечное. Это, то есть, товарищи, реальность жизни такова, что есть только бесконечность. Тут и написано. Это реальность. Есть только бесконечность. Это реальность. Если раньше нам бесконечность представлялась неким таким идеалом, то это реальность. Ничего конечного-то нету. Конечное есть только как момент бесконечного. Вот что вы можете назвать конечным, который бы не был моментом бесконечного? Ничего не найдете. Попробуйте найти. То есть каждый раз мы обнаружим, что вот теперь, когда мы до этого дошли, если нам казалось, что вот конечный, это только временно мы вырвали его, вытащили из общей связи и рассматривали как которое обособленное конечное. На самом деле это момент бесконечного. Вот вы момент же человечества или нет? Вы сознаете, нет, товарищ Кучук? Вон какие он стал выдавать ролики хорошие. Видно, что человек от бесконечного идет. Вы с ним смотрите, здоровайтесь теперь. А Валерий Александрович, он вообще конструирует вообще музеи, крыши их, закрывает их от вечного дождя. Он выше дождя, человек выше дождя. Если бывает человек дождя, а это выше. Ну, нам еще надо перекрыть один раз. Ну, поскольку это же реальность, это же реальное и бесконечное. Это реальное и бесконечное, но от конечного-то не освобождено, правильно? Это его отрывали раньше, абстрагировали и думали, что есть бесконечное. Нет, это с конечным. Капать еще немножко капает.
правда? Китай. Еще не идеально. Нет, идеально и не будет оно, это реальность. Бесконечно, все реальность, прямо написано, это реальное. Вот, пожалуйста. Здесь повторение категории реальности вызывается более определенной. Вот написано. Не конечное есть реальное, а бесконечное. Так, в дальнейшем реальность определяется как сущность, понятие, идея. Все, теперь все, все, все. Только дальше бесконечным мы занимаемся. Товарищи, трехлетняя работа наша подошла к концу начала работы. То есть мы закончили с конечным, и теперь начинаем работать с бесконечным, в котором конечное само собой есть. То, что мы сделали, не пропало, но оно просто является моментом того целого, которое мы теперь изучаем. Вот в этом и состоит скачок. Скачок тут, конечно, качественный, безусловно. Мощный скачок. То есть даже переворот. Своего рода, так сказать, революция, в смысле переворота, так сказать, в голове, что мы теперь рассматриваем бесконечность.